вами я, Никита, Игорь, нет, Миша. Мы и команда каталка Фрязина. Вот. Мы катаемся тут. Еще мы катаем тут, потому что хорошая смазка. Вообще, он такой зверский, прям я могу делать так и прыгать. Вот, да. Говны. Ну что ты такое? Топово. Блять. Электрошоке, он бьет. Как вы, сука, Петренко. Да, где мы катаемся? Ну что ты вам скажу? Блять. Это, вот сегодня мы будем кататься вот на такое сооружение, короче. Это вот дурак катается. Вот, короче, вот такая штучка, которую нам дали строители, да. А что мы сегодня будем делать здесь? Трюки. Да, мы поснимаем трючки здесь, да, вот здесь будет круто. Это говно. Слушай, а ты что собираешься делать? Я хочу борт спин, просто такой чётенький прям. А, тебя снять? Mm-hmm. Да, все хорошо. Привет. Что ты хочешь сейчас сделать? Я хочу сделать два випа. Два випа, а тебя заснять? Да. Да, все хорошо. Это говно. Так, сейчас мы зададим пару вопросов. Называется это интервью. Вот так вот. Интервью с Игорем Юрьевым. Как вам это? На котором мы сделали. Хорошая. Красивая, нравится. Не красивая, но удобная. Ну и удобно. Что вы умеете? Учусь. Пока что ничего. Ну только флажки. А флажки. Вип, свитчил. Все, информация. Все, до свидания. Даже не порадовался за меня. Говно. Тут, короче, пиздилка намечается, пацаны. Здравствуйте. Это интервью по пальцам вместо хакеров с нашего города Фрязь. Сегодня у нас в гостях Влад Черняков. Ну, так сказать, стритер. Самый нормальный стритер в этом городе. Да, всем здорово. Влад, что вы умеете на вашем смотреть? Мало чего. А самые лучшие трюки? А Барт Вист. Ну, он катается с Тимми. А что вы умеете вот на этой... На кипере, на... Он випчик любит там делать, да? Да. Вот либо вот. Бля! Вот это прикол! Это... Просто хорошо. Гомунку. Да, да. Подхуй тебе, сука. Короче, ребят, спасибо всем за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки.